Так тут можно все вообще высмотреть. Пока смотришь в эту черную дыру. Добросков, смотрю, уже пожимает руку ему, мальчику, вместе с Артуром. Любимые фигуристами вальс встречают зрители аплодисментами. Акселек. Чистенько абсолютно, тройной тулуп. По-тюковски. Очень хорошая программа, правда? И очень хорошая пара. Очень хорошая. Очень слаженным катанием очень хорошая, закончили, да, короткую программу парную. Хотелось бы, чтобы не хотят уходить, им нравится. Как это приятно, когда им нравилось кататься, и им нравится здесь. Ну что, пару закончили. Сейчас получат свои оценки Дарья и Семен. На 7 часов. Вот их поздравляет и целует хореограф. Назначены женские соревнования. И Валя Тюкова. Пермь сегодня прямо в ударе. Видит даже ее на выезде из Акселя. Да. Не говоря уже о подкруте.
Много новых сегодня было пар, это очень приятно. И Кологучек и Смирнов катались хорошо. И жалко, что мы Куртову Траньков сорвали элемент. Ну, как-то все равно есть. Есть пары, которые могут бороться за высшие награды сейчас на чемпионате Европы, которые могут представлять нашу страну. И есть пара, которые в юниорском спорте. Есть с чем работать. Есть с чем работать. Окончательной победы, к сожалению, никогда не бывает. Вот именно, мы в процессе. А как вроде бы выиграл на Олимпийских играх, так приходится дальше идти, сражаться за следующее поколение. Когда вы шли к своим первым Олимпийским играм, наверное, вам казалось, что сейчас вот мы выиграем, и все будет хорошо в этой жизни. Нет, да? Мне совершенно нет, ничего этого не казалось. У меня вообще такого даже состояния никогда не было. Меня вообще после соревнований через 5 минут вообще результат не интересует. Потому что только страшнее становится думать про следующие. Следующие программы, следующие элементы придумывать. Тренировочные упражнения и так далее. И тому подобное. Это... Вот они получают 47 баллов и 36 сотых. Это на 2 балла меньше, чем у Ходкова и Слюсаренко. Таким образом, две питерские пары наверху, две пермские вслед за ними, затем Москва-Пермь, Москва-Пермь. Ну и, в общем, Пермь здесь количеством берет 100%, а в некоторых случаях и очень даже высоким качеством. Результаты сейчас будут на ваших экранах, и через 15 минут девушки...